Умгау забивает гол, счет становится 1-1. Второй гол забивает. Четвертый гол забивает команда Сибади, счет становится 4-1. Пятый гол забивает команда Сибади, счет становится 5-1. Шестой гол забивает команда Сибади, счет становится 6-1. Седьмой гол забивает команда Сибади, счет становится 7-1. Удаляют игрока Сибади и игрока Умгау с поля, показывают красную карточку. Второй гол забивает команда Умгау, счет становится 7-2. Третий гол забивает команда Умгау, сейчас становится 7-3. А теперь завершается матч со счетом 8-3 в пользу команды Сибади.